Здравствуйте. Перед нами представлены модели инструмента Ми-230. Справа от меня образец Ми-230А. Это существующий образец инструмента. И слева находится инструмент Ми-230КВТ, который был разработан и создан на заводе КВТ. Сразу хочу отметить, что инструмент Ми-230А имеет ряд своих недостатков. Одно из них – это наличие сварных швов, которые делают конструкцию неразборной, а также отсутствие взаимозаменяемых деталей. То есть при сломе какой-либо из частей данной конструкции, будь это опора или вращающийся элемент, он может сломаться, либо погнуться. Данную конструкцию мы уже не сможем отремонтировать. Ее придется либо резать пополам, либо создавать новую. Это нам является недостатком этой конструкции. Также недостатком данной конструкции является трудозатраты. На то, чтобы свернуть один зажим САС на данном инструменте, необходимо около 2 минут. В новой конструкции для того, чтобы зажим САС могли свернуть, это на все потребует у нас 1,5 минуты. Сейчас я продемонстрирую, как устанавливается зажим САС в инструмент Ми-230А. Для этого нам необходим ключ, который входит в комплект инструмента. Мы отворачиваем гайки. В данной конструкции их 4. Затем снимаем подвижную планку. Мы можем ее либо снять, либо отодвинуть в сторону. В данный момент мы просто ее снимаем. То же самое мы проделываем с передвижным зажимом. Вот мы сталкиваемся с первой проблемой. При снятии гайки на передвижном зажиме она у нас начинает откручиваться и ведет за собой штифт, на котором нарезана резьба. У нас происходит то, что при снятии гайки мы за собой вытягиваем сам штифт. То же самое происходит и со вторым штифтом. Теперь для того, чтобы нам установить зажим, нам еще необходимо крутить обратно данные детали. На все на это затрачивается время. Передвижную планку регулируем длину зажима. В данной ситуации мы не будем сейчас скручивать зажим. Мы будем использовать уже готовый образец для того, чтобы продемонстрировать, какая проблема у нас возникает при работе с данным инструментом. Надеваем прижимную планку. Затягиваем плечо. То же самое проделаем с задней планкой.
опять же, как и в первой ситуации, мы не можем сразу крутить гайку, потому что резьба закусывается. Надо прибегнуть опять к помощи ключа. Все это опять же сказывается на затраченном времени на скручивание. После того, как мы установили зажим, выставили длину, мы устанавливаем ручку, которая предназначена для упора, и ручку скручивания. В момент скрутки задняя часть инструмента поднимается. Это происходит из-за того, что основная рама состоит из металлического листа толщиной 5 мм. Данная ситуация, она вырезана из полосы. То есть присутствует большая гибкость в конструкции. Для того, чтобы это избежать, необходимо использовать второй упор. Так как конструкция не предусмотрена, второй упор элемента, то можно прибегнуть к помощи посторонней трубки или посторонней дополнительной ручки. Мы вставляем ручку. И так как просто установкой ручки данный вопрос не решить, нам придется прибегнуть к помощи второго лица. Теперь у нас конструкция обрела жесткость, и можно продолжать скручивание. Вот недостаток данного инструмента. При разработке нового инструмента мы постарались учесть все эти минусы и сделать инструмент совсем другим. Инструмент МИ-230 ПВТ. Это совершенно новый инструмент, начиная даже с того, что его масса составляет 8 кг. Предшествующий образец МИ-230А масса составляла 13 кг. Масса с ручками данного инструмента 12 кг. Масса инструмента МИ-230А составляет 16,5 кг. Существует ряд конкурентов, которые масса инструмента достигает 23 кг. Преимущество данной конструкции это то, что она полностью имеет взаимозаменяемые части, они легко разбираются, легко собираются. Если у нас возникнет проблема с то, что будет наша стенка изогнута, или мы каким-то образом поломаем какую-либо из либо частей, мы легко можем ее разобрать и установить сюда новый, что предыдущая конструкция нам этого не позволяла. Также все стойки разбираются, как видите. У нас присутствуют винты, которые мы откручиваем, снимаем стойку и производим замен деталей. Для установки зажима СУАС в данный инструмент нам необходимо провести всего лишь несколько операций. Первое – это снятие штифта. Также извлекаем штифт с передвижной планки. Устанавливаем зажим СУАС. Также мы заднюю планку накидываем и вставляем штифт.
все, штифты установлены, теперь нам осталось прижать данный сал, чтобы он не проворачивался. Все это делаем прижимными винтами. Дальше устанавливаем инструмент. Вставляем ручку опоры и ручку с ручками. Можно приступать к работе. Для того, чтобы зажим скрутился, ему необходимо совершить 4,5 оборота. Сейчас я это продемонстрирую. Первый оборот вы совершили, и как видно, никакого зажима ни реза на слаз нам не оставляет. То есть никаких следов, дефектов не возникает. Второй оборот. Для удобства можно передвинуть ручку. Совершено 2 оборота. Как видно, в момент скручивания задняя часть инструмента у нас не поднимается. Четыре оборота. Все полоборота. Все, мы совершили 4,5 оборота. Теперь извлекаем слаз из инструмента. Вытаскиваем. Поднимаем прижимной винт. Вытаскиваем. То же самое проделаем с вращающейся опорой. Мы ослабляем зажимной винт. Выкручиваем. И вытаскиваем шкив. Все довольно просто и удобно.